Всем привет, это Алекс Лео на канале Тактика Гвинта. И сегодня мы будем открывать очередное дерево наград, на этот раз фракции Синдикат. У меня накопилось некоторое количество ключей, у меня закончились, соответственно, обрывки, и мне нужны карты для того, чтобы эти обрывки получить. А давайте мы с вами зайдем в дерево Синдиката, посмотрим, соответственно, на сколько ключей мы потратим, посмотрим, сколько мы получим руды и обрывков, и, как всегда, посчитаем КПД по отношению количества полученной руды к потраченным ключам. Ну и, соответственно, поймем, сколько мы можем купить бочек на потраченные ключи. Итак, как всегда, мы будем стараться избегать тех вещей, которые нам не позволяют конкретно делать карты. То есть мы будем стараться избегать пунктов с метеоритной пылью. Однозначно попытаемся открыть сюжетные пункты, потому что за открытие сюжетных пунктов мы получим суммарно 1400 руды. Вместо 1000, если открывать обычные пункты. И постараемся, чтобы у нас хватило денег, соответственно, на сундуки. Поехали. Конечно же, мы пока не будем трогать вот этих вот лидеров, потому что, в принципе, нам есть что открывать, какие деревья. И когда деревья кончатся, можно же будет потихоньку открывать вот этих ребят. Погнали. Так. Давайте заберем первый свиток и почитаем историю. История оказалась очень короткой. Поехали дальше. Так. Следующий свиток. Читаем. Сундуки пока трогать не будем. Давайте доберемся вот до этого свитка. Забираем обрывки. Забираем руду. Опять обрывки. Руда. И сюжетный пункт. Свиток. Читаем. И давайте доберемся до вот этого сюжетного пункта. Ну, здесь вот придется потратить ключи на метеоритную пыль. И 500 руды. Читаем. Теперь давайте доберемся до сундуков. Первый сундук. Две бочки Новиграда, 200 руды, 160 обрывков. Читаем историю. Второй сундук. Еще две бочки, 200 руды. Хорошо. История. И давайте доберемся до следующего крайнего сундука. 2 200 160. Отлично. И у нас еще осталось так, история. И у нас тут еще остались руда. Здесь еще есть руда. И, в принципе, наверное, все. Остальное мы пока трогать не будем. А сейчас посчитаем, сколько ключей потрачено, сколько бочек можно купить. Смотрите, что у нас получилось. Было потрачено 55 ключей. За это мы получили 2700 руды, 640 обрывков, 90 метеоритной пыли и 6 бочек. Что получается? 2700 руды, которые мы получили, это 27 купленных бочек. Плюс 6, которые мы получили, это 33. И мы потратили 55 ключей. То есть здесь достаточно эффективный обмен получился.
бочек на ключи. Почему? Потому что чаще всего идет 2 к 1. То есть при стандартном обмене мы бы получили эти бочки за 66 руды, но здесь мы потратили, ой, за 66 ключей, но здесь мы потратили всего 55. Поэтому дерево фракции Синдикат можно открывать в самом начале и тогда, когда у вас наблюдается дефицит ключей. То есть за 55 ключей вы сможете купить 33 бочки. А на этом, наверное, все. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы. Если понравился канал, подписывайтесь на канал. Будет много интересных видео. С вами был Алекс Анлео. Канал Тактика Гвинта. Побед, удачи, пока-пока.